Всем салют, дорогие друзья! Вы на канале Мега Всековщина. Сегодня у нас будет продолжение темы пушек. Сборных таких 4D сборных моделей стрелкового оружия в масштабе 1:6. Но это не точно. Производитель у нас Bondi Bon. Серия классная, серия прикольная. Уже были выпуски по данной теме. И сегодня у нас будет, вроде бы, если судя по галочке, вот такая вот штурмовая винтовка. Что-то из современного. Название, к сожалению, здесь не пишут. Но я думаю, здесь модели моделями, но оригинальных названий тут вряд ли мы увидим. Ну, тем не менее, стандартненький карабасик для таких пазлов. Внутри у нас, скорее всего, ну, как и полагается, буклетик и пакетик с деталями. Опа, нет, еще есть подставочка. Подставочка в данной серии мне попадалась только с автоматом Калашникова. Кстати, вот, ну, подставка как-то классно выглядит. Так, пакетик с деталями. Деталей, кстати, не так уж и много. Сборочка. Ну, вроде бы на вид не очень такая сложная, но это опять же из-за того, что деталей не очень много. Попадаются эти такие, скажем, мини-конструкторы довольно-таки в большом количестве магазинов. И цена для данного набора там смешная, от 50 до 110-120 рублей. За эти деньги, вот именно, кстати, вот эта вот серия просто обалденная. Ну что, давайте соберем, посмотрим, что у нас тут за винтовочка получится. Не переключайтесь. Итак, в принципе, как и ожидалось, сборочка оказалась очень простой, потому что очень большие, такие крупные детали, я бы сказал. В связи с чем собралось все очень быстро, но, тем не менее, кстати, сборка приятная. Практически не отсутствует заусенцы в данном аппарате. То есть так вот местами торчат, но это все подрезается легко и просто. Пластик хороший, не хрупкий. Сборка просто отличная. Все встало на свои места. Вот такая вот штурмовая винтовка у нас получилась. Ну да, упрощенная она, конечно, но тем не менее смотрится она не менее футуристичной. Опять же, по функционалу у нас здесь оптика есть, подствольный гранатомет есть. Вот даже такая вот гранатка присутствует, которую можно поставить. Ну, ни к чему, конечно, но тем не менее. Функционал у нас, это вроде бы даже затвор, что ли, вот я не знаю, или досылатель. Ну, сделана подвижная часть, не знаю, целесообразность, нужна она, не нужна, но тем не менее она присутствует. Плюс у нас остается магазин патронов. Вот, кстати, пожалели, их там всего несколько штучек, и они просто утопают в глубине там, но тем не менее они есть. И функционал разборки тоже какой-никакой присутствует. В целом вот такая вот получилась винтовочка. Кстати, подставку я похвалил, но как ее, блин, здесь установить, загадка. Как бы нестандартная компоновка, и то есть поставить ее, блин, здесь проблематично. В отличие от того же Калашникова, там все было просто и понятно. Винтовочка, ну в целом все равно винтовочка классная, как и вся данная серия. То есть, опять же, к покупочке только рекомендовать могу. Мне эта серия очень даже понравилась, зашла. То есть, да, кстати, подствольничек у нас, в принципе, легко и просто вроде бы должен как бы и сниматься. То есть мы вообще можем пользоваться, так сказать, выставлять вообще без всего. То есть это просто штурмовой такой вариант чисто стрелкового оружия. Тоже, в принципе, смотрится неплохо, хотя с подствольничком смотрится это все как-то, ну, посолиднее, что ли, я не знаю. Но, тем не менее, это проблему это не решает, если только вот так ее ставить, данную винтовочку. Ну, наверное, и все. Такой получился кратенький мини-обзорчик. Самое, наверное, короткое по сборке и вообще по сложности винтовка из данной серии. Рекомендую, опять же, если увидите, за смешные деньги классный мини-конструктор можно получить.
На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. До скорых встреч. Увидимся на канале.